На 84-м году ушел из жизни советский и российский спортивный журналист, телекомментатор Ростислав Орлов. Он умер 4 декабря 2021 года в 11 часов ровно утра в одной из московских больниц от остановки сердца. Ростислав Васильевич Орлов родился 26 апреля 1938 года в Москве. В 1960 году окончил спортивный факультет КЦАЛИФК. В 1959-1962 годах работал в спортивной редакции Центрального телевидения СССР. В 1962-1972 годах – в журнале «Легкая атлетика». В 1972-1973 годах – в газете «Советский спорт». В 1974-1983 годах – в управлении пропаганды Госкомспорта СССР. В 1984-1991 годах – в издательстве «Физкультура и спорт». С 1991 года – пресс-атташе Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Принимал участие в освещении легкоатлетических соревнований 8 Олимпийских игр 1960-2000, 8 летних и 6 зимних чемпионатов мира 1987-2004, 10 чемпионатов Европы 1966-2002 по легкой атлетике. Автор ряда книг, сборников, справочно-энциклопедических изданий.